Всем привет! Поздравляю вас с началом распродажи на AliExpress «Черная пятница». И что особенно приятно, в честь распродажи компания Dooji анонсирует сегодня свой самый новый защищенный флагман Dooji V30 Pro. Это, пожалуй, самый топовый гаджет из защищенников, и по хорошей цене замечу. Если сравнить этот смартфон с конкурентами, вышедшими в то же время, здесь намного больше инноваций. Эта модель построена на базе того же корпуса, что и несколько предыдущих моделей. Это универсальный дизайн, который выглядит круто, он узнаваем, а сам корпус легко может погружаться в воду и падать, ведь стандарт защиты у него IP68-69K. Этот броневик оснащен 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением 2408 на 1080 пикселей, а актуальная 120-герцовая частота обновления картинки и реалистичная передача цветов увеличат комфорт от взаимодействия с мобильным помощником. Dooji V30 Pro получил процессор Dimensity 7050, который в защищенных смартфонах мы видим впервые. В чем основные преимущества? Современный технологичный процесс 6 нанометров позволяет получать отличную производительность, не имея сильно большого расхода аккумулятора, а также не получая перегрева. Тем более этот чип дополнен 12 гигабайтами быстрой оперативной памяти, а постоянный накопитель имеет емкость 512 гигабайт. Такой набор характеристик позволяет смартфону легко воспроизводить самые передовые приложения и игры. Вы же при этом получаете максимальную скорость работы. Питает смартфон аккумулятор емкостью в 10800 мАч, который оказался идеальным в плане автономности, да и на размеры смартфона это сильно не влияет. Быстрая зарядка в комплекте позволяет всего за 1 час зарядить смартфон почти на 80%. Также используется стереозвук, динамики находятся на фронтальной панели. Да, смартфон во многом схож с предыдущими моделями, и эта унификация позволяет снизить общую стоимость каждого следующего смартфона, что для обычных пользователей только плюс. Учитывая большую батарею и защищенный корпус, масса может достигать 400-500 грамм. Аппарат работает под управлением Android 13. А вот еще одна фишка. Впервые компания Dooji установила в свой защищенный смартфон камеру, которая способна делать фотографии с разрешением 200 мегапикселей. Для этого режима смартфону нужно много света, дабы избежать шумов, но фото при этом очень крутые. Можно выставить разрешение и поменьше, тогда смартфон и в вечернее время делает вполне крутой и годный контент. Что же касается видеозаписи, то она в сравнении с предыдущими моделями очень явно выросла. Снимать можно в 4К, качество на уровне. Запись звука среднего уровня качества, так как и у большинства конкурентов. Отдельно есть 24-мегапиксельная камера для работы ночной съемки, что также может многим пригодиться. Dooji V30 Pro – это защищенный смартфон, который получился практически идеальным. Мощная платформа позволяет работать в любых приложениях, заниматься любыми делами и получать максимальный отклик от смартфона. Здесь дисплей с частотой обновления 120 Гц, яркости которому хватает. Здесь и топовая камера, и стереозвук, а еще запас мощности минимум на 2 дня работы. Dooji V30 Pro – это своеобразный инженерный прорыв для сегмента защищенных смартфонов, и это одна из нескольких моделей, которые задали тренд для конкурентов на 2024 год. Так что если вам нужен защищенный крутой флагман, который не боится ни падений, ни воды, и сейчас за хорошую цену, то я очень рекомендую к нему присмотреться. Телефоны от Dooji давно себя хорошо зарекомендовали на рынке, так что можете смело смотреть в их сторону. Я уже не один их протестировал, они классные. Смотрите и другие мои ролики, сейчас они мега актуальны, так как распродажа. И всем вам всего хорошего, хорошего дня, вечера и пока-пока, увидимся!